Я, наверное, в политике больше, чем кто-либо здесь присутствующих, тем более в этой должности. Порой очень много обещаний, разговоров, напутствий, а элементарные вопросы не решаются. Грудно сейчас хороший городок. Сколько сейчас населения? 370 тысяч. 370 тысяч хороших городов. Александр Лукашенко на прошлой неделе посетил Гродно городок. Как известно, любая поездка главы государства в хорошем смысле бодрит любой регион. В хорошем или не очень, но Гродно уж точно взбодрился. Тысячи людей полировали город чуть ли не зубными щетками, мыли вручную асфальт и заменяли новую плитку на новейшую. Заваривали люки, равняли песок и даже вспомнили о том, что давно было забыто. На закрытой 4 года назад стройплощадке студенческого общежития вдруг появилась строительная техника, а в ветхих домах, давно отправленных под снос, даже заменили окна, хоть и раньше денег на ремонт не было. Вот эти дома, которые под снос здесь живут, блин, бомжары. Иди покажи, что тут кто-то забыл что-то. Да, здесь еще фуражку мент забыл. Вот это все красит к приезду. В этом доме сам видел, как бомжи живут. Там еще даже новую тюль купили, чтобы это все зависеть. Вот столько краски накупали, чтобы это все раскрасить. Правда, внутри дома так и остались аварийными. Нет до них дела ни местным чиновникам, ни тем более Лукашенко, занятому куда более важными вещами. Он посетил агротуристический комплекс «Харатинский Майонток Король». Коробчицы. Гостей наших мы вкусными блюдами угощаем, да на лошадях катаем. По всей видимости, дальше 3 метра Лукашенко уже не слышит, поэтому богиня Зивана, покровительница зверей и охоты, приветствовала его с помощью громкоговорителя. Что? На лошадях глава государства не ездил, а вот по тыкве постучал. Атланты гигант. Полтонны. Полтонны, да. В золоченую карету она, правда, не превратилась, но все еще впереди. Мы когда будем кашу делать, устроим шоу тут. А вот Лукашенко устроил настоящую резню поганского бога Белуна. Это Белун – бог счастья и удачи у древних славян. Однако поразительно хорошо получается у главного белоруса долбать лесных болванов. Почти как с правительством. Не переборщил я здесь? Нет, уж специально оставил. Думаю, это же творчество, да? Может, что угодно тут творить. Конечно. Спасибо, для нас большая честь. Можешь домой себе забрать с моей руки, это тебе на счастье будет, поверь. Вот и нам счастье привалило! Счастье! Счастье! Может, что угодно тут творить. Ну, впрочем, что угодно Лукашенко может творить и без творчества. Например, в 100-500 и раз обещать зарплату по 500. В будущем году мы планируем, что в нашей стране заработные платы уже перевалят через 1000 рублей. Что? Опять? Правда, в сентябре средняя зарплата внезапно упала почти на 30 рублей. Срочно нужна помощь ангела-хранителя. У каждого человека должен быть ангел-хранитель. С векового дуба крепкий будет на улице стоять. Пусть он вас оберегает, помогает вам в работе. Спасибо, Валентин. Знаете, очень... Спасибо. Вот такие. В общем, даришь. Мы дарим. Не жалко? Да ну что вы. Вы знаете, что я буду счастлив. Но я бы вас научил. Научить Лукашенко может любого и любому, даже если сам чего-то не знает. Сбитель — это что? Это настой трав. Настой трав. 16 трав. Спиртного сколько? Здесь без спиртного мы делали. И спирт со спиртным делаем, и без. Это без. Плохо. Нет, что без спиртного. Рядом и мэр города. Мячеслав Гой специально завел несколько аккаунтов в соцсетях, чтобы быстрее реагировать на проблемы. Взять на контроль тот или иной вопрос его просят горожане прямо в личных сообщениях. Высокие технологии. В оздоровительном комплексе «Пышки» перед приездом Лукашенко пылесосили даже газон, говорят местные. А если бы не глава государства, то и не додумались бы местные чиновники установить на площадке трибуны для зрителей. Трибуны надо ставить, место у вас пустует оно фактически. И надо ставить вот прямо от кромки туда наверх. Но главное для чиновников — не забывать махать головой, как по команде. Без Лукашенко в Беларуси никто и чихнуть не может. Чихнула. Каждая дисциплина представляет собой электронный учебно-методический комплекс, который имеет теоретические и практические блоки с материалами для изучения. Судя по намертво заученным ответам, роботизирует Гродненский государственный университет и студентов. То есть тебе не надо уже ходить ни на лекции, ни на практические.
Никак нет, товарищ главнокомандующий. Надо, но это сделано в целях эффективности и самостоятельной учебной работы студента. То есть, кроме лекции, ты опять идешь, заходишь и там эти лекции смотришь? Так точно. Кроме практических занятий в аудитории, ты еще можешь это... планшет взять так точно, посмотреть. Есть такая возможность. А вот возможности войти в университет без паспорта в день приезда Лукашенко не было. Студентов пускали только по заранее составленным спискам, а все вопросы главе государства были согласованы и явно заучены. Республика Польша проводит довольно активную деятельность по привлечению наших абитуриентов. У меня есть знакомые, которые испытали негативный опыт пребывания в чужой стране. Это связано и с высокой стоимостью проживания, медицинскими услугами дорогостоящими, трудностями адаптации, болезненным чувством разлуки с родными и близкими. Но в то же время в нашей стране ведь созданы все условия для успешной самореализации молодого человека. Вы никогда никого не слушаете, что кто-то там говорит, вот у нас хорошо, а у вас плохо. Это потому, чтобы нас туда затянуть, чтобы вы туда поехали, а там не дешево. Там не дешево. Полгода 10 тысяч долларов. Второе полгода 20 тысяч долларов. Только платное, частное образование. Ужас. И как при таких расценках нет отбоя от желающих уехать? Вот смотрите, в рейтинге вузов, допустим, БГУ, они там в мировом рейтинге, где-то американцы эти рейтинги составляют, европейцы, мы где-то входим в 500, там, 150, 200 место и прочее. По китайским рейтингам мы занимаем 3-4 место нашего вуза. А по ермошинским рейтингам у Александра Григорьевича до сих пор 83,49%. Не важно, как голосуют, важно, как считают. Какой сувенир из Беларуси и в Беларусь? Да. Что вы привезли интересного из командировки? Я всегда деньги привожу. Хочу смеяться 5 минут! Мне трудно даже ответить на этот вопрос, потому что я человек не сувенирный. Считаю, что и миллион долларов – это деньги. Поэтому, если удается, то привезти из-за границы этот сувенир – это самое лучшее. Ну, где-то небольшие по стоимости деньги, кредиты, только недорогие. Это тоже моя работа. Предлагал мне Путин когда-то полететь на Северный полюс. Я говорю, только в одном самолете с тобой. Я не представляю, как в эту безмолвную пустыню. Ну да почему? А потому что хороший самолет возьмешь, чтобы мы могли не только туда залететь с тобой и вернуться обратно. Что же ты, глупышка, не спишь? Беларусь на расстоянии – это страна, в которой хочется жить. И хочется, чтобы твои дети жили в этой стране. Вот для меня это Беларусь. И поверьте, это один из лучших, не уголков, уголков много, хороших и, может, даже лучших. Одна из лучших стран для жизни. Беларусь. Страна для жизни. Я сейчас расплачусь. Правда, 58% белорусов, по данным исследования ИПМ, не могут позволить себе регулярно покупать мясо, обновлять одежду и мебель, а также отапливать дом. Треть вакансий, которые предлагают белорусам, с зарплатой до 350 рублей. У нас только ленивый может не заработать. Да, ты миллионы, как в России, миллиардером не станешь, долларовым. Понятно, мы не та страна, и не надо. Лысый, сытый, с постной рожей, хвастался, что стал богат и теперь, мол, нам поможет. Я его послушал, плюнул и улегся спать. Нежели богато, нехуй начинать. Точно. Сейчас Беларусь занимает 123 место в рейтинге благосостояния государств по версии швейцарского банка Credit Suisse. В одну группу с нами попали Нигер, Мали, Чад, Судан, Эфиопия и Украина, где сейчас война. В Беларуси войны нема, а вот военнослужащих не хватает. Как у нас принято говорить, любят скосить от армии. Ну, скосишь от армии, потом не знаю, кто, на ком ты женишься. Сегодня девчонка хочет, чтобы был рядом с ней мужик. Наверное, Валерий, ты это лучше меня понимаешь. Не просто там в штанах кто-то ходил, а мужик. А не послужил в армии, не пройдя вот это... Ну, я считаю, это не мужик. Мужиков Лукашенко собрался делать прямо из студентов.
Я студент. Я недавно поступил, пацаны. Я студент. Мама, зачини мне ритусы. Я студент. Последняя надежда страны. Я герой. Скажите мне, с какого я вуза? Первый курс закончил. 3 месяца. Ну, если он не в студ... или в студенческий отряд, если кто-то из вас ездит. Но 3 месяца у тебя есть. Давайте начальную военную подготовку. Призовем ребят, оденем их в форму. Ну, не 3 месяца, пусть отдохнет, 2 месяца он побудет в армии. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама, залечи мои раны. Я солдат, солдат забытой богом страны. Я герой. Скажите мне, какого романа? Второй курс он закончил, месяц отдохнул, мы опять его на 2 месяца призываем, и там уже его обучаем будущую специальность, военную специальность. Механик-водитель, там стрелок, гранатометчик, ПВОшник и так далее, в зависимости от того, к чему он больше склонен и чем он занимается в ВУЗе. Если он радиоэлектроникой занимается, значит, он ПВО будет С-300 осваивать и сбивать самолеты и прочие летательные аппараты. После 3-го курса мы уже его на 3 месяца призовем. После 4-го еще на 3 месяца. О каких 3 месяцах речь, непонятно. В настоящее время большинство белорусских студентов отдыхает лишь в июле и августе. 1 сентября на занятия или в военкомат. Мужик должен уметь разговаривать с оружием. В противном случае он просто не защитит. Не то, что вас, красавец, Катя, он свою семью не сможет защитить. Он не сможет защитить своего ребенка, свою жену, свою мать. Это же наша функция – защищать и умереть ради женщины. Так было всегда. Я не обидел никого из ваших мужиков. Нет. Однако не только Лукашенко призывает своих граждан быть готовыми умереть. А мы – жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют. Главное не перепутать, за что умирать. Из-за женщины или из-за ядерного удара. Защищать любимую семью, родину. Совсем недавно, вы, может быть, наблюдали, я был на востоке, в Могилевской области, когда мы с Путиным летели ко мне в деревню, где я провел детские годы, ну, можно сказать, родился. Он все время сидит и смотрит в окно. А я ему говорю: ты знаешь, это наша не лучшая область. Можно сказать, последняя, она в этом ряду. Самая лучшая у нас там, Гродненская область. Но еще неделю назад при самом Путине Григорьевич говорил по-другому. Я не зря сказал, русский город, Могилев, Витебск, это такие города, которые вообще не отличаются от российских городов. Да и Брест, вот губернатор выступал на западе нашей страны, Гродно, они если отличаются, то только своей архитектурой западной. Так что же защищать белорусским солдатам? Как разобраться, где свои угодья, а где чужие? Нападение на Беларусь, любое в военном плане, будет расцениваться как нападение на Россию. Со всеми вытекающими из этого последствия. А вот отпускать домой на выходные солдат, скорее всего, не будут. О какой войне, как он будет воевать, если он на субботу-воскресенье побежит к мамке за пирожками? Его будут командир уговаривать, не приказывать, а уговаривать. Ты должен, сходи, пожалуйста, туда еще что-то. Это лишение. Мужчина воспитывается на лишение. Как правильно защищать свою родину и какие мужики нужны белорусским девушкам, ответят лучше жители Минска. Студенты учатся, и им надо отдыхать. Наша функция – это умереть для женщин, но это немножко сексизм. Типа не служил ни мужик, это просто отрицательно, потому что мужик – это для начала просто биологическое. Мужчина, он не тот, кто служил в армии, да, а тот, кто ведет себя как мужчина. Не обязательно служить в армии, чтобы быть мужчиной. Ну, если придется, то придется. Ну, это ерунда, этого никогда не будет. Но он просто сказал, и все. Это просто слова. Он много чего так говорил, но по факту ничего из этого не сбывается. Мне кажется, это лишняя трата времени. То есть это год потерянной жизни, за который ты можешь заняться саморазвитием, сходить на курсы и устроиться в какую-то хорошую компанию. Лучше все-таки давать людям отдыхать, а долг родине можно все-таки отдать и с помощью военной кафедры, или же впоследствии пойти в армию. Лично я за службу в армии по контракту, потому что вместо того, чтобы нормально работать, заводить семью и нормально, спокойно жить, приходится там сколько, 1,5 года отдавать в никуда. А вот вам, студенты, история успеха от самого известного белоруса. Офицером служил, и вы знаете,
Если бы я не прошел это, я бы тоже не был президентом. Ну, если бы я не закончил ИСТФАК или экономический факультет, я бы не был президентом. Вот можете сделать выводы из того, насколько важно образование. Только не повторяйте этих ошибок. Конкурентов Лукашенко не любит. Ну, после меня. Мне конкуренты не нужны, но буду очень рад, если десяток человек, хотя бы десяток найдется, и я спокойно могу любому из вас передать портфель. И теперь, когда Лукашенко стал успешным, он может ставить любые жесточайшие задачи. Например, выкопать всю свеклу ко дню Октябрьской революции, не забывая при этом, что мы IT-страна. Придется делать все. И навоз вывозить на поля, и сеять, и убирать, и у станка стоять, и технологиями заниматься. И пусть правительство даже не пытается отклоняться от заданной стратегии развития. Этого Лукашенко не любит. Правительству никто не запрещает вносить предложения по корректировке, но решение принимает президент. Не любит глава государства и льготы на проезд в общественном транспорте, как в загнивающей Европе, потому что белорусские студенты и так богатые. Лучше бы он не задавал этот вопрос. Все испортил. Все испортил. Но я как президент-популист могу сказать, да, конечно, но я вам скажу искренне, я не сторонник. Ну скажите, зачем давать льготу по проезду, если у нас сегодня половина студентов на иномарках приезжают на занятия? Ну, у вас нет, а в Минске это точно. Или зачем давать льготу, если он не имеет права вождения автомобиля, но у него у папы доход, он бизнесмен, 5 миллионов долларов в месяц. Ну, зачем? Какие бизнесмены получают в Беларуси 60 миллионов долларов в год, Лукашенко не уточнил. Гарант суверенитета обращает внимание на дремучесть ровесников независимости. Вы, правда, телевизор не смотрите, газеты не читаете, а в интернете ходите только в Одноклассники или Инстаграм, да? Она закрыла Инстаграм от меня. Я никогда не заморачивался на этих проблемах. Мы понимали, что сегодня задать вопросы может ограниченное количество студентов, которые присутствуют на встрече. Но мы же не ограничиваем пока. Да, я просто говорю к тому, что сказать, мы провели... А, хочешь сказать, чтобы я покороче отвечала? Нет, Александр Григорьевич, ну что вы. Меня зовут Макреевич Наталья, я студентка третьего курса специальности бухгалтер. Я уже заметил, ты меня сверлишь глазами в течение всей беседы. Что ты во мне хочешь там выкопать, не знаю. Мне очень интересно вас послушать, правда. Да, ну слава Богу, я думал, ты что-то туда там смотришь. Я уже пытаюсь смотреть в сторону, но все равно вот, ловлю этот взгляд жуткий такой. Ты, кто по специальности? Бухгалтерский учет, анализ и... Ну понятно, понятно, родственная душа. Поэтому белорусскоязычная студентка Александра Радкович так и не решилась задать тезке вопрос на родном языке. Уважаемый Александр Григорьевич, в политике возможна дружба? Думаю, что нет. Непонятно. Погодите-ка, а как же все эти друзья? Знаете, что здесь у вас есть друзья. Требования и пожелания моего друга, моего брата, моего коллеги, президента Узбекистана. Именно так будет поступать и руководство этой прекрасной земли во главе с его президентом, моим давнишним другом. Пригласил моего друга, моего коллегу, президента Египта. У вас сейчас очень много друзей. Мы давние друзья китайского народа. На которую меня когда-то подтолкнул мой друг президент Путин. И мой друг президент Путин говорит. Не очень-то и нужно. Друг беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Президент все-таки в большинстве своем действует по вашей воле. А вдруг у вас воля другая, я обязан ее выполнять, а она не сходится с моим другом. Какая тут дружба? Поэтому, наверное, это определение, этот термин не подходит к работе президентов. Вместе с этим Лукашенко агитирует студентов не уезжать за границу, а оставаться и с размахом праздновать столетие ленинского комсомола. Мой вам совет – не торопитесь. Разберитесь сначала, где вам лучше. Может быть, вы и работу где-то там за границей посудомойки найдете. Может быть. Я специально утрирую. Но вот там, в высших эшелонах,
этого общества вы никогда не станете. Вы никогда там не будете, вы всегда будете там чужими. 2000 человек, которые получают там образование, и, может, половина из них там остается, это не проблема для государства. Правда, за рубежом учатся не 2, а 26 тысяч студентов. То есть каждый десятый представитель молодежи покидает островок стабильности для получения образования. Однако надо отдать должное, проблемы с математикой у себя Лукашенко признает. Представляете, я по складу гуманитарий, а потом меня посадили вот так вот за скамейку и заставили изучать информатику, высшую математику и все прочее, которое в основном мне в жизни не пригодилось. Оно, собственно, видно и по экономике. Зачем уметь считать деньги, если у самого они исчисляются мешками? Главное, что умеют считать чиновники. Дирекция Европейских игр, к примеру, покупает через тендер 3 портрета Лукашенко за 1500 рублей, а Министерство спорта 5 портретов за 100 рублей. На стене портрет висит и ушами шевелит. В нашей школе, в нашей школе, в нашей школе. Поищите кабинет, где его на стенке нет. В каждой школе, в каждой школе, в каждой школе. А вот жена арестованного недавно по подозрению в коррупции мэра Жодина 3 недели назад поразительным образом выиграла iPad в лотерее, которую проводил клуб «Торпедо БелАЗ». Сектор приз на барабане. Примечательно, что главный приз, мотоцикл Harley Davidson, выиграл главный маркетолог БелАЗа. Такое возможно. Более того, не редкость. Хапуху всегда хватало. Компанию жодинскому градоначальнику в камере составит председатель Пуховичского райисполкома Сергей Ленковец. Доберутся силовики когда-нибудь и до Брагина. Там, в 4000-м поселке, чиновники хотят отремонтировать здание исполкома за 500 000 бюджетных долларов. У нас только ленивый может не заработать. Но борьба с коррупцией в Беларуси как рыбалка на канале Discovery. Поймали, показали и отправили поднимать убыточный колхоз. Нужно поближе, поплотнее, вставайте в полуоборота, друг. Сфотографировавшись, Лукашенко, возможно, навсегда покинул Гродно. Гродно выдохнул. Любимый город может спать спокойно и видеть сны. И так далее. Больше не будет внезапных кортежей, когда отсутствие на перекрестке регулировщика и зеленый свет могут стоить тебе жизни. Со стройплощадки будущего общежития уже уехала стройтехника, а траву в пышках больше не пылесосят. Аврал переместился в Гомель. Круглое несли, квадратное катили, а плитку мыли. Все это к форуму регионов Беларуси и Украины с участием Порошенко и Лукашенко. Работяги полировали город только там, где будут проезжать политики, а не там, где это нужно. На принудительные субботники сгоняли бюджетников и студентов, а на берегу Сожа разместился самый дорогой в стране туалет. Первоначально предполагалось, что его строительство будет стоить местному бюджету 750 тысяч долларов, но в реальности получилось на 250 тысяч больше. Люди говорят, если клонировать Лукашенко раз 10, а потом отправить каждый его клон в турне по стране, то у нас будет самая чистая и прекрасная в мире страна. А нам звонят.